В центре внимания участников круглого стола – детский травматизм. Тем более, что в такие зимние дни, как сейчас, это особенно актуально. Травмы в снежное время года – результат любимых подростковых развлечений в этот сезон. Катание на коньках, санках и лыжах. Работники всех служб и ведомств относятся к проблеме серьезно, ведь дети всегда были и остаются самой уязвимой и незащищенной категорией населения. Об этом и шел разговор на пресс-конференции. Специалисты рассказали о ситуации по травматизму, которая сложилась в городе и области за 11 месяцев. Текущего года. Мы имеем тенденцию к снижению травматизма, к снижению смертности от внешних причин, поскольку где-то порядка 25-28% сниженная смертность. От травм есть такое понятие, как обращаемость, то есть может быть в какие-то годы обращаемость может быть и расти немножко, не сильно, но в целом тенденция идет к снижению травматизма и снижению смертности от внешних причин. Еще одна опасная и злободневная проблема, не теряющая своей актуальности – детский дорожно-транспортный травматизм. Происшествия на дорогах требуют особого внимания. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на территории Брестской области общее количество ДТП с участием детей уменьшилось на 23%. Неплохой показатель, однако несчастные случаи все же есть. За истекший период 2016 года на территории области произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых один ребенок погиб и 47 получили ранения различной степени тяжести. Ежегодно в Беларуси травмы получают более 750 тысяч человек, около 20% из них – дети. Такая устрашающая статистика говорит о многом. Здесь есть над чем работать специалистам, отвечающим за безопасность. Но свою лепту должен внести каждый из нас. Очень важно в любом деле, при любой погоде проявлять внимательность, осторожность и заботу о собственном здоровье. За истекший период 2016 года у нас 66 травм, случаев травмирования детей во время общеобразовательного процесса. Это гораздо меньше, чем за истекший период прошлого года. У нас было 102 травмы. То есть статистика в хорошем плане уменьшается. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.